Читайте только в МК-Эстонии. МК-Эстония узнала, что не договаривает прокуратура о маньяке Ида Вирума. Журналист встретился с жертвами и выяснил шокирующие подробности. Уже в следующую среду страна узнает, кто стал идеальной парой. Конкурс завершается. Голосуй за любимые фото. Главный приз – нетбук от фирмы DataGate Arvutit. Как согреться в морозную погоду? Не верить продавцам утепленных вещей. МК «Эстония» провела проверку и выяснила, где найти по-настоящему теплые вещи и как отличить натуральную шерсть от синтетической подделки. Эксклюзивное интервью с Анной Семенович. Певица призналась, что ей нравится быть секс-символом и что она тоже засматривается на большую женскую грудь. МК «Эстония» – ваш семейный еженедельник. Плюс новости каждый день читайте на сайте mke.ee.